Найденная пропажа. Автор сценария Терри Солцман. По закону аэродинамики я стою в нужном месте. Интересно, что случилось? Ты пропустила. Вот что случилось, Алексей. А? Прячься! Потому что я не поймала тарелочку? Нет. Все прячьтесь. Великанша! Чуть не влипли. Еще один мертвый цветок. Пеликаны всегда все ломают. Она вернулась. Бежим отсюда. Эй, смотрите, что выбросила великанша. Что теперь, Энтони? Теперь осталось выяснить, что это. Натрите это так, чтобы было видно ваше отражение. Я стараюсь, дядюшка. Но прямо здесь большое противное пятно. Бас, это пятно твое лицо. Нельзя оставлять свое лицо на королевских воротах. Нет, нет, нет. Жаль, что в моем замке нет таких прекрасных ворот. Помедленнее, ладно? Куда спешить, Энтони? Ты должен увидеть, что выбросила великанша. Скорее, дедушка, скорее! Что же такого выбросила великанша? По-твоему, что это? Ай! Ай! Не знаю, но это несъедобно. Это лучший аттракцион, который я видел. Не думаю, что это оно, Кевин. Интересно, что это? Красивая вещь. Может, это украшение для ворот? А это дверной колокольчик. Да, такие ворота годятся и графу. Они будут прекрасно смотреться на входе в мой... Муравейвиль! А? Ворота в Муравейвиль! Ты отлично придумал. Я сообщу королеве. Вы ведь это хотели предложить, верно, граф? Да, практически то же самое. О, здорово блестит, правда, Нейт? И очень приглашающий вас. Так и хочется влететь прямо в них. Тук-тук. То, что надо. Ай, красота. Никчемные мошки. Это были б мои ворота, если б не он. Прежде чем Энтони перережет ленточку, чтобы открыть новые ворота Муравейвиля, позвольте сказать вам, что эти ворота являются шагом к добрым отношениям между великанами и муравьями Муравейвиля. Таким образом, великанша протягивает нам руку. Великанша пришла за воротами. Давайте их прикроем. Ура! Фу, нам повезло. Даже очень повезло. Что будем делать, дедушка? Мы ничего не будем делать. Никому не победить великанов. Да, твоя мать права, Энтони. Боюсь, что эти ворота, или что это, придется вернуть. Но великанша их выбросила. Мы же видели. Может, да, а может, нет. Если она их выбросила, зачем же она их ищет? Но, дедушка... Энтони, если это потеряли, это нужно вернуть. И ты покажешь рабочим место, где вы это нашли.
Она не успокоится, пока не найдет. Что это было? Похоже, великанша снова рыщет. Идемте, ребята. Они упали прямо здесь. Я уверен. Хорошо, кладите тут и уходим. Надеюсь, великанша будет довольна. Думаешь, она их найдет, дедушка? Если это верное место, у нас хорошие шансы. Так, смотрите, что я нашел. Они сияют сильнее, чем новые городские ворота. Ой, я люблю блеск. Красота. Это и есть городские ворота. Они решили вернуть их великанше. Очень жаль. Полностью согласен, Нейт. Поэтому ты можешь отнести их в мой замок. А может, легче перенести замок сюда? Точно легче. Я нанял еще помощников. Вон они. Молодцы. За мной. А я думаю, что проще было бы перенести замок сюда. Ты прав. Ура! Их нет. Золотые ворота исчезли. Видимо, великанша нашла их. Может, теперь она оставит нас в покое? Что это было? По-моему, это была лучшая поездка на свете. Спасибо, великанша. Я бы не стал ее благодарить, Кевин. Знаете, у меня такое чувство, что великанша до сих пор ищет золотые ворота. Почему, Энтони? Должно быть, граф забрал ворота, когда мы вернули их на место. Что ж, мы знаем, где они, и граф знает, где они. Но как сказать, где они, великанша? Эй, великанша, большеногая, твои ворота здесь! Попробуй помочь великанам, и вот вся их благодарность. Если мы ей ничего не скажем, она сотрет муравей-виль с лица земли. Я же говорю, нужно кричать. Эй, великанша, сюда! Есть еще светлые мысли? Свет! Терри, ты подкинул отличную идею. Эти золотые ворота блестят. И если мы направим на них немного света, великанша заметит их блеск. Эй, я думаю, мы можем использовать наши лупы. Если правильно выбрать угол, это может сработать. Не работает. Знаю, Руби. Мне нужно зеркало. Алексей, ты отлично выглядишь. Может, сначала дело покажешь? Это не случилось снова. У нас неверный угол. Теперь мы можем набрать луч от зеркала. Подержи-ка его вот так, Энтони. А вдруг великанша захочет их обратно? Еще как захочет. Ха, великанша. Думаете, графу Москиту страшна эта великанша, да? Свет. Прекрасный, яркий свет. Ой. Это нечестно, что все веселье Нейту. Получается? Не могу сказать, Алексей. Подожди секунду. Кажется, великанша идет сюда.
Да! Отличный день для купания, правда, Нейт? Точно, лучше некуда. Да как вы? Вы уволены? Снова? Ура! Ура! Сработало! Мы будто поговорили с великаншей. Хорошо бы ей еще кое-что сказать. А что бы ты ей сказал, Кевин? Смотри под ноги, когда идешь! Ура! Итак, вы готовы? Представляю вам новые ворота в наш домик. Ну, что скажете? Ладно, знаю. Их нужно доработать. Приключения в оранжерее. Автор сценария Кэтрин Сэндфорд. Классный блок от Терри, Терри пасует Энтони, а Энтони бьет на другую сторону. Кажется, это победа, но нет, смелая Руби спасает мяч и... А? Эй, берегите комментатора. Ты должен был отбить мяч, Кевин. И испачкать этот прикид? Ну уж нет. Огромное! Нет. Давайте по одному. Оно было гигантское. С большими, острыми, черными... С рогами! С большими, страшными, острыми... Клыками! И оно издавало звуки... Из-за чего такой шум, а? А, граф Москит... Как приятно видеть ваш острый нос. Хм. Взгляните на этот беспорядок. Уберите сейчас же эти старые косточки. Да будет вам известно, длинный нос, что эти косточки – королевская коллекция доисторических видов. Простите, полковник, а что это за вид? А здесь у нас, Алексей, чучело древнего жука-носорога. Дедушка, это он! Именно его мы и видели! Это невозможно, Энтони. Они вымерли. Если вы правда видели жука-носорога, готов спорить. Это последний представитель вида. Последний представитель вида, говорите? Уверен, королева щедро заплатит тому, кто пополнит ее королевский зверинец. Но его нельзя запирать! Это дикое насекомое! А, дикое насекомое, правда? Простите меня, о чем я только думал? О чем он думал? Я не знаю. Слушайте, безмозглые мошки, нужно поймать жука-носорога. Дети, вам лучше проследить за этой троицей. Может, придется спасать этого бедного носорога. О, нет! Граф идет прямо туда, где мы его и видели. За ним, ребята. Полетели. Вперед, ребята, за ними. Флора. Это большое и странное место.
Ну как же нам найти жука-носорога раньше графа? Будем искать следы. Но осторожно, мы не знаем эти места. Ой, меня что-то укусило. Билли, здесь только растения и... Что это? Не знаю, но оно считает нас своим обедом. Это Венера-муравьиная ловушка. Муравьиная ловушка? Да, я о них читала. Говорят, что муравьиная ловушка может ответить на любой вопрос, но нужно быть очень осторожным. Она очень опасна, если подойдешь слишком близко. Тебя съедят. Что ж, меня не испугает растением, если оно поможет нам найти бедняжку-носорога. О, великая и загадочная муравьиная ловушка! Пожалуйста, одари нас своими знаниями и мудростью. Ты не могла бы сказать нам, где искать гигантского жука-носорога? Смешной, да? Вот мой план. Я отвлеку Базу и Нейта. Руби успокоит носорога, а Терри перегрызет веревку. Эй, Баз, приятель! Привет и тебе, Нейт! Вы когда-нибудь видели такое? Это круто! Покажи еще. За ним! Ой, а что это было? Стены колышутся. Все на выход! Скорее! Кошмар!
Кошмар! Вы не кошмар, а комар. Точнее, москит. Нет, это не малыш. Скорее, это мама малышей. Они такие же миленькие, как новорожденная тля. Миленькие? Пожалуй, ты права. Эй, посмотрите туда. Нужно найти носорога. Дядюшка, нужно найти носорога. Дядюшка, смотрите! Ну вот, опять! Липко? Вкусно. Заботься о своих малышах. Композитор Боб Хитли, продюсер Дон Спенсер. Режиссер Джерри Попович.